Смотрите, какая красивая дорога. Едем весело на машине. А кто с нами едет? Спереди один полицейский, второй полицейский и третий полицейский. Вот такие вот дела. Сейчас меня вроде как доставляют. Что с моим мопедом происходит, никому не известно. Мопед остался сейчас на посту. Я не знаю, почему они протокол отстранения не составляли. Без протокола отстранения меня везут. Требовали какие-то документы. Якобы я нарушил пункт 2.1.1. Не предоставил им регистрационные документы на мопед. После этого выяснилось, что я снимал их деятельность на территории участка, на который хозяин написал заявление, якобы. Мне это удостоверение никто не предоставил. Я требовал много раз, никто его не предоставил. Вот так вот нарушаются мои конституционные права. 29-я, 27-я статья Конституции. 24-я. Мне не предоставили всю информацию, которая касается непосредственно меня. На многократные мои требования. Я не знаю, чем это закончится, но слава богу, эта запись уже никуда не денется. Если запись пропадет с камеры, то эта уже запись никуда не денется. Вот такие вот, братцы, дела. С этого момента я буду снимать на этот телефон. Почему? Потому что я переживаю, что моя флешка куда-то может потеряться. И все, что было раньше, я могу не восстановить. Такое уже было со мной и не раз. Но будем надеяться, что на этот раз этого не повторится.